эфире новости. В студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. Прямо сейчас в выпуске. Мне кажется, это такое хорошее начало большого пути. Конкурс президентских грантов. Севастопольцы получат 11 миллионов рублей на реализацию общественных проектов. Только вход, только победа! В последний день конкурса по водолазному многоборью «Глубина» участники соревновались в двух дисциплинах – спасение на воде и фланец. Здесь самая теплая, самая чистая экологичная зона для выращивания наших моллюсков. Журналисты информационного канала выяснили, как выращиваются и где реализуются крымские устрицы и мидии. В Севастополе вводится график веерного отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба «Севастополь-Энерго». До 15 августа электричество планируется отключать в часы пиковой нагрузки с 20.00 до 22.30. Введение экстренной меры связано с высокой нагрузкой на энергосистему региона. С графиком веерных отключений можно ознакомиться на официальном сайте «Севастополь-Энерго». В Севастополе завершается международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина». По итогам соревновательной недели лидирует сборная России. Однако, кто в итоге займет первое место, станет известно 10 августа. В последний день участники состязались в дисциплинах «Спасение на воде» и «Фланец». Юлия Ефремова продолжит. В последний конкурсный день соревнования проходят сразу в двух дисциплинах. На той площадке команды из трех стран – России, ЮАРа и Сирии – соревнуются в конкурсе «Спасение на воде». Нововведением этого года стала вторая дисциплина – «Фланец». Здесь также команды из трех стран – Венесуэла, Иран и внезачетная команда ДСАФ России. Конкурс «Спасение на воде», как и все остальные состязания, проводится на время. Водолаза, условно потерявшего сознание, команда вытаскивает канатом на берег. До того, как пострадавший окажется на суше, страхующий водолаз должен успеть снять с него снаряжение. Когда пострадавший водолаз оказывается на суше, остальные члены команды приступают к его реанимации. Только все действия производятся над специальным макетом человека. Сердечно-легочный массаж и искусственное дыхание производят до тех пор, пока вода в соседнем аквариуме не достигнет уровня красной линии. Затем время останавливается. Ну что ж, попробуем спасти человека и мы. Здесь без хорошей физической подготовки точно не справиться. В отличие от реанимации, конкурс «Фланец» скрыт от глаз зрителей. Основные действия происходят под водой. Водолаз опускается на глубину до 5 метров. В руках у него специальная сумка, в которой находится более 50 деталей. Это шпильки, гайки, болты, ключи различного диаметра. Главная задача – собрать сложное фланцевое соединение в нужном порядке и не растерять детали. Под водой проделать необходимую работу гораздо сложнее, чем кажется. Максимальное время на прохождение – 20 минут. По истечении которого судьи начисляют участнику штрафные баллы. За соревнованиями в последний день конкурса наблюдал заместитель министра обороны России Александр Фомин. Он поприветствовал участников и напомнил главную цель игр. Только умножить и укреплять отношения дружбы, взаимовыручки, взаимопомощи, взаимопонимания между нашими государствами, нашими оборонными ведомствами. Напомним, международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина» стартовал 2 августа в рамках армейских международных игр «Арми-2017». Юлия Ефремова, Мария Буйлова, Екатерина Серова, информационный канал Севастополя. Кто заберет главный приз и как распределятся места? Об итогах международного армейского конкурса «Глубина» мы расскажем 10 августа в информационных выпусках. Не пропустите. С 9 августа в Севастополе введен повышенный класс пожароопасности, сообщает Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты. Особый противопожарный режим действует в лесных массивах. Напомним, за прошлую неделю в Севастопольском регионе произошло 106 загораний травы и мусора, а также 8 пожаров. Как правило, главной причиной возгорания является человеческий фактор. Управление гражданской защиты призывает граждан воздержаться от посещения лесных массивов в период сухой и ветреной погоды, а также соблюдать требования пожарной безопасности при работах на дачных и приусадебных участках. Севприроднадзор опроверг информацию о том, что в вольере, созданном на территории природного заказника в районе мыса Ая, разрешено охотиться на животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на начальника управления особо охраняемых природных территорий Виталия Леготника.
По словам чиновника, согласно положению, на территории заказника возможно размещение специальных вольеров, предназначенных для разведения диких животных с целью их сохранения и выпуска в дикую природу. Кроме этого, подобная деятельность позволяет вести экологическую и образовательно-воспитательную работу среди граждан, отметили в природоохранном ведомстве. В положении о заказнике прописан запрет на любительскую и спортивную охоту. ₽11 миллионов на реализацию своих проектов получат севастопольцы, победители первого конкурса президентских грантов 2017 года. Это представители 5 городских некоммерческих организаций. Направление их работы – от реабилитации нарко- и алкозависимых до благоустройства парков и проведения выставок. В среду с победителями конкурса встретились представители правительства Севастополя. О том, какие проекты предлагают общественники, в следующем сюжете. Помощь алко- и наркозависимым – основная задача представителей организации «За жизнь». Общественники говорят, сейчас могут обеспечить курс лечения для 30 человек в год. После победы в конкурсе президентских грантов планируют открыть новый центр реабилитации. Помощь смогут получать вдвое больше людей. Наша категория граждан – это не просто наркоманы и алкоголики, которые живут сегодня дома. Это те, которые сегодня обитают на улице, которые, ну, ему больше помочь некуда, ему обратиться больше некуда. То есть и задача нашей организации, то есть довести до этого человека смысл жизни, смысл выздоровления и смысл спасения. Уже второй год подряд в конкурсе президентских грантов побеждают представители общественной организации «Дом солнца». В 2016-м объединение стало единственным в городе, получившим безвозмездную субсидию на реализацию своего проекта. В «Доме солнца» почувствовать себя полноценными членами общества помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого их обучают художественным ремеслам. Мы открываем новые мастерские. Ткацкая уже работает, и в этом году, вот после получения средств на наш счет, мы приобретем 2 гончарных круга и открываем керамическую мастерскую. Это давняя-давняя мечта. И, кстати, это традиционное ремесло, которое помогает реабилитироваться подобным людям. Также президентский грант получит общественная организация «Севпарки» на благоустройство городских скверов. Финансовой поддержкой обеспечат и представители Севастопольского отделения Союза художников России. Они планируют развивать творческие мастерские и привозить в наш город новые выставки. Победила в конкурсе организация «Поисковое движение России». Мне кажется, это такое хорошее начало большого пути, по которому нам все вместе нужно пройти. Потому что правительство понимает, что на город, где требуется очень большое количество изменений, только силами правительства, конечно, не обойтись. Здесь социально ориентированные коммерческие организации, они, конечно, играют громадное значение вот в этой работе. Срок действия президентских грантов рассчитан на 15 месяцев. По истечении времени общественникам нужно будет отчитаться о результатах реализации проектов. Святослав Данилов, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. По улице Декабристов полным ходом идут ремонтные работы дорожного полотна. Замену асфальтового покрытия по государственному заданию ведет Севастопольский автодор. Работы на объекте начали в середине прошлого месяца. Протяженность дороги 850 метров. Подготовительный этап уже выполнен. В настоящий момент устраивается выравнивающий слой покрытия и будет еще уложен верхний слой покрытия на всем протяжении дороги. То есть жители получат достойную дорогу, которая будет пользоваться. Завершить работы здесь планируют через 10-12 дней. Отметим, улица Декабристов – одна из 40, на которой в текущем году ведется ремонт. На сегодняшний день государственное задание выполнено на 20%. Сдано в эксплуатацию 7 километров дорог из 35. Работы уже завершили на самых протяженных и заявленных улиц – Ленина и Нахимова. На заключительной стадии ремонт дорожного покрытия – Нава Калинчука. В Севастополе стартует открытый конкурс «Мой двор». Принять в нем участие может любой желающий. На протяжении нескольких лет информационный канал Севастополя пристально следил за тем, как жители города при поддержке властей обустраивали свои дворы. Инициативу решили поощрить. Как сделать свой двор комфортным и получить ценный приз, расскажет Виктория Дульцева. Во дворе дома номер 4А по улице Маринеско долгое время был большой пустырь и стихийная свалка. Переехав сюда из другого города, Александр Грушко решил, что хочет видеть свой двор цветущим и красивым. Сейчас здесь настоящий оазис. Растут туи, кипарисы, сосны и березы. Более 70 деревьев изо дня в день радуют своей красотой местных жителей. Вот уже в течение 13 лет его утро начинается с пробежки и уходом за растениями. В 7 часов прибегаю и в зависимости от необходимости, от времени года, от
того, что нужно, я или окапываю в течение 2 часов, или же окашиваю, удобряю, поливаю. Но поливаю ежедневно. Ежедневно свои деревья порядка до 100 литров каждый день выливаю, ношу за 200 метров. Ежедневно мимо сквера проходят сотни людей. И за то, что они уже много лет любуются оазисом, а не замусоренной площадкой, благодарят Александра. Нам нравится здесь гулять. Мы вот смотрим на эти кусочки, которые, за которыми он ухаживает, и получаем удовольствие. Открытый конкурс под названием «Мой двор» организует наш информационный канал Севастополя. Битва дворов будет проходить до конца августа. Представители правительства города войдут в экспертное жюри, которое и будет определять победителей. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 августа. Мне очень приятно, что такая инициатива проведения конкурса на самый красивый двор, который информационный канал «Севастополь», наш любимый телеканал, решил провести. Оказалось, что мы начали устанавливать институт соседей. Ведь соседи, по моему глубокому убеждению, гораздо более важные люди для каждого из нас, даже чем родственники. Потому что если что-то произойдет, да, сосед – это тот человек, который рядом. Принять участие могут и те, кто живет в Балаклаве. Например, активные жильцы дома номер 11 по улице Башиной в своем дворе покрасили бордюры, высадили цветы, облагородили клумбы и регулярно следят за чистотой во дворе. Это двор живой в том плане, что мы живем традициями. Мы на вот этой скале, в которую на 2 сантиметра только можно загнать лопату, вот сделали вот такой прекрасный, можно сказать, сад. Это тяжелейший труд. Это труд людей, который людей объединяет. К благоустройству двора нестандартно подошли жители поселка Сахарная Головка. Настоящий самодельный детский городок смастерили во дворе улицы Фруктовой. Здесь живет много детей. Из автомобильных покрышек сделали динозавра, игрушечную машину, установили за собственные деньги песочницу. Самое активное участие принимали мамы вместе с детьми. Севастопольцы – удивительные люди, которые живут многогранной жизнью. И очень хочется показать вот этих удивительных людей не с точки зрения проблем, а с точки зрения красоты их души. Жильцы многоквартирного дома по улице Урожайной в районе 7-го километра Балаклавского шоссе организовали спортгородок. Установили баскетбольный щит, турники, футбольные ворота, нанесли разметку на поле. В планах проводить детские соревнования на Кубок губернатора. Жители говорят, местные ребята смогут заниматься здесь спортом и не ездить в другой конец города. Двор, ну, конечно, это одно из таких вот мест, где формируется человек, формируется личность, где начинается дом. Напомним, конкурс стартует сегодня, в конце августа. Вместе выберем 3 лучших двора и наградим жителей, которые делают свой дом уютным и красивым. Принять участие в конкурсе «Мой двор» может каждый. Для этого достаточно сфотографировать двор, описать его и отправить письмо на почту двор@xtv.ru. Виктория Дульцева, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Зрители информационного канала Севастополя прислали в редакцию видео, снятое на мобильный телефон. Съемка производилась в центре города в районе дома номер 76 по улице Ленина. На кадрах открытый канализационный люк. Рядом никаких работ не ведется, предупреждающих об опасности знаков также нет. В причинах сложившейся ситуации журналисты нашего телеканала разберутся в ближайшее время. Если вы стали очевидцами каких-то событий и сняли их на мобильный телефон, свое видео вы можете выкладывать на официальной странице информационного канала Севастополя в социальных сетях. Второго сентября на площади Нахимова пройдет второй гастрономический фестиваль «Вкус Крыма». Подготовку к празднику обсудили на совещании в правительстве города. Определили первоочередные задачи – обеспечение безопасности на фестивале и организация культурно-массовой программы. Также известно, что 2 сентября ограничат движение транспорта по центральному городскому кольцу. По словам оргкомитета гастрономического фестиваля, в этом году посетителей «Вкуса Крыма» ожидает яркая концертная программа, интерактивные конкурсы, а также участие лучших рестораторов Крыма и Севастополя. Крымские устрицы и мидии особенно ценятся за границей. В отличие от средиземноморских, моллюски, выращенные в Черном море, менее соленые, даже имеют сладковатый вкус. В начале 20 века морепродукты с полуострова тоннами поставляли в Европу. После революции об отрасли забыли на долгих 100 лет. Но сегодня она возрождается. Здесь, в бухте Ласпи, в 300 метрах от берега, располагается плантация всего 20 гектаров. На глубине от 3 до 15 метров выращивают мидии и устрицы. Мидии местные, а устричная молодь завезена с Дальнего Востока и Франции.
Еще с берега в море можно увидеть несколько десятков поплавков. Они удерживают садки, в которых выращиваются устрицы. В каждом может разместиться около 400 килограммов моллюсков. Мидии растут на специальных коллекторах. Это такие лестницы из канатов. К ним и крепятся морские обитатели. Урожай собирают раз в неделю. Из глубин моря достают до тонны мидий и около 1000 штук устриц. Перед тем, как моллюски отправятся к потребителям, их тщательно проверяет ветеринарная служба. С каждой партии в лабораторию забирают в среднем 4 килограмма. Эксперты изучают морских обитателей на наличие паразитов. При вскрытии устрицы определяем сначала органолептические показатели. Смотрим на цвет, запах. Все соответствует нормам. Затем мы проводим паразитологическую оценку. Определяем наличие или отсутствие живых личинок или паразитов, опасных для человека. Наличие паразитов не наблюдается. По окончании исследований на выловленную партию оформляется удостоверение, подтверждающее качество продукции, и выдается ветеринарное свидетельство. Так проверяется каждый улов. Кроме того, раз в полгода специалисты ветеринарной службы изучают моллюски на наличие в них тяжелых металлов. Два раза в месяц мы проводим микробиологические исследования. Это стафилококки, колиформы, которые пагубно могут тоже повлиять на здоровье человека. И только после фактора всех этих исследований, после органолептических показателей уже подъема каждой партии, мы выпускаем эту продукцию в реализацию на стол людям. Выловленные устрицы и мидии хранятся в холодильной камере при температуре от 2 до 6 градусов. В помещении установлена ультрафиолетовая лампа для обеззараживания, а сами моллюски лежат в воде. Им постоянно подается кислород. Здесь все сделано, чтобы дольше сохранить свежесть товара. Затем морепродукты поступают как в рестораны Крыма, так и на материковую часть России. Мидию мы сначала собираем, затем перед отправкой, особенно на материк, мы их охлаждаем для того, чтобы она впала в анабиоз. В этом состоянии она может транспортироваться в пенопластовых специальных коробах пищевых до 2 суток. Вот. Затем еще мидию можно реализовать в течение 10 дней. Сегодня воды плантации в Ласпе хранят около 50 тонн мидий. Когда-то эта цифра достигала 300 тонн. Управляющий фирмой отмечает, работают над увеличением численности моллюсков. И когда она возрастет, начнут консервировать. Также в планах расширить ассортимент устриц, завести новые сорта. Елена Корнухова, Юлия Бауськова, Дильвер Меджитов и Андрей Тымчук. Информационный канал Севастополя. 18 августа в преддверии Международного фестиваля опера в Херсонесе при поддержке правительства Севастополя на территории заповедника состоится благотворительный гала-концерт для почетных граждан города, ветеранов и учащихся музыкальных учреждений. Вход на мероприятие будет осуществляться по специальным приглашениям. Напомним, фестиваль опера в Херсонесе проведут 19 и 20 августа. Событие объединит ведущих солистов, а также молодых артистов российской и зарубежной оперной сцены. В античном городе-музее под открытым небом прозвучат знаменитые арии и произведения, ставшие достоянием мирового оперного искусства. Ожидается, фестиваль посетят более 3000 зрителей. Организатор Олег Беркович отмечает, летний оперный фестиваль имеет все шансы стать одним из красивейших мероприятий в европейском культурном календаре. И будет не просто музыкальным праздником для горожан и гостей города, но и ежегодным центром притяжения для ценителей оперного искусства со всего мира. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 9 августа, в Севастополе малооблачно. Ветер северный, ночью 6-11, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 градуса, днем 32-34. Завтра в городе малооблачно, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 градуса, днем 35-37. Средняя температура воды в Черном море 25 градусов. Это была последняя информация выпуска. Телефон редакции 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. Оставайтесь на информационном канале Севастополя.